Роллерный велотренажер Minoura. Для отработки навыков езды на велосипеде необходим велотренажер. Как выбрать его из широкого модельного ряда и почему роллерный велотренажер заслуживает большего внимания? Вам понадобится хороший велосипед, место для установки тренажера, желательно кардиодатчик, специальная одежда и велотуфли. При покупке велотренажера следует определиться, какой результат вы хотите получить. Польза от тренировок на велотренажере вполне очевидна. Это не только потеря лишних килограммов и повышение выносливости организма, но и развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем и укрепление мышц ног. Следует знать, что велотренажер делится на роллерный тренер. Роллерный велотренажер в большей степени является спортивным тренажером и поэтому обладает силовой нагрузкой. Его преимущества заключаются в возможности отрабатывать на нем элементы спринта или горовосхождения, что необходимо для любителей велоспорта. Поскольку роллерный тренажер практически полностью имитирует езду на обычном велосипеде, на нем хорошо отрабатываются навыки удержания равновесия и маневренность, а также тактика езды. К недостаткам, пожалуй, следует отнести повышенный уровень шума при его использовании, а также слишком частые падения с тренажера, по крайней мере, до тех пор, пока не освоите навыки езды на нем. Тренер просто дает возможность укрепить мышцы ног и сбросить лишний вес, приобретя хорошую физическую форму. Среди большого разнообразия велотренажеров лучше всего имитирует езду роллерный велотренажер. Как выбрать самый подходящий среди множества производителей, это вопрос индивидуальной потребности каждого. Все-таки следует обратить свое внимание на модели брендовых производителей, большой опыт которых увеличивает качество предлагаемой продукции. Лучше всего протестировать понравившуюся модель самостоятельно в рабочем режиме, хотя бы в течение 5 минут. Это даст вам возможность оценить степень комфорта и решить, соответствует ли данная модель вашим требованиям. При выборе роллерного велотренажера остановите свой выбор на моделях компании Minoura. Далее определяйтесь с наличием аксессуаров. Иногда держатель для бутылки с водой способен увеличить комфорт от тренировки. Тогда стоит его приобрести, вы ведь должны, прежде всего, получать удовольствие от тренировок на велотренажере. Рекомендую, Minoura. Minoura – бренд японской компании Interjet Eats, производитель тренажеров, различных аксессуаров и инструментов для велосипедов. Японская компания Minoura известна высококачественными велотренажерами и специальными стойками для ремонта велосипедов. В списке товаров, производимых компанией Minoura, также присутствуют всевозможные подставки и держатели для велосипедов, станки для регулировки и спецовки колес, карманные складные наборы велосипедных инструментов, различные держатели для велофляг, всевозможные крепления и приспособления для установки велокомпьютеров, фонарей и багажников на велосипед. Философия компании Minoura – построить длительные, уважительные и дружеские взаимоотношения с клиентами. Консультанты компании могут дать ответ на любой вопрос. Адрес: Minoura Co. Ltd. 1197, 1 года, Анпатхи, Гифу 503, 2305, Japan, телефон 81-584, 27-3131, факс 81-584, 27-7505, e-mail Minoura @Minoura.jp. Всем удачи!